Здорово, народ, с вами Вова, сегодня со мной Варлан, поздоровайся. Всем привет. И сегодня мы вместе с Варланом будем играть в Skywars, рубль, вот это, в общем-то, в Skywars, это такая игра, где у нас есть острова, что-то PvP и все такое. И это, кстати, Варлана любимая тема, потому что он там лучше строится мне, да? Да, я буду еще лучше строиться. Да, но, я считаю, да. Если там повезет, то, и там будет что-то такое и крутое, то я считаю, я могу там что-то делать крутой механизм. Но если повезет, конечно, потому что мало там есть такие разы, где не повезет. Что ж, давайте. И на чем это видео? Поставьте лайк и подпишитесь на канал. Варлан, скажи, сколько лайков мы должны набрать над этим видео? Давайте наберем 16 лайков. Слышь, я 16 еще никогда в жизни своей не набирал. Давайте вот что-то так, вот что-то 5. Давайте наберем 5 лайков. Я знаю, что это там очень много. И вот, выделишь что-то еще видео про Skywars. Ну давайте, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и на Варуна. А мы начинаем. Ну еще вот что-то, если у вас Minecraft, что Bedrock Edition, там и на телефоне вы играете, и на iPad, или на компьютере там есть Bedrock Edition, то вы можете вступить ко мне в команду, так что я вас приглашаю на моем сироке, так что давайте. Вот так, ну что ж, давайте, мы начинаем. Ну что ж, Варван, давай, пошли. Ах ты, только вообще ты главный может. Варван, твою мать, давай быстрее нажимай. Да, в Skywars. Я специально выбрал твою любимую рубрику. Это Skywars, это Blood Wars, есть пункт Skywars. А, вот оно что, и Варван, извини, забыл. Извини, технические шоколадки. Ну и Варван, я жду. Варван, баракидол. По одному, по два, по четыре, или мега, или ультра, где надо VIP-левел. Давай, нет, у меня VIP-левел нету, давай это. А у меня целых два VIP-левела, давай, Варван, залетай. Я уверен, что мы вдвоем вообще тут выиграем. Опа, это та же карта, которую мы играем за кадром. Ну да, что, да, вообще, ванильное все такое, как я люблю. Арбуз, фу, кто вообще есть? А будешь он, смотрите, вот что, на карте вообще такого появился текстурбак, смотрите. Так, погодите. Ах ты, он в Bed Wars работает там. Или в... Да, в Bed Wars, так. Ну что ж. Яблоко, кирка. Лучше. Так, а мне вообще везет. Ой, как повезло. Нихрена. На этом. Так, Варон, ты где там? Да вот он. Вообще, у тебя что есть из такого? Где? Ну у тебя самого. Есть что-то особенное? Вот у меня. Я нагрудник еще сменю. Варван, что у тебя есть из предметов, скажи? 36 блоков, 5 блоков. Проводный меч и вот этот кепка. У меня железный меч на строту 2. Вот что, лук. Вот что? Что? Меч на него, я упал. Твою мать, Варван. О, я тебя ищу. Опа, я скинул одного. Ты где? Вот у нас на базе. Я одного, кстати, скинул, если ты сможешь чат. Где вижу? Я тебя не вижу, где ты бежишь? Чего у меня 4 раунда слин? Твою мать, ну давайте вам 2 раунда. Так. О, это ты тут стоишь?
знаешь, за камни, это забыл, за камни. Да, у меня, кстати, еще есть 5 яблок золотых. О, я за... посмотри ты в эту сторону, вот где я, это, где арбуз. Ты на меня смотришь. Чш-чш, тихо, ворон. Ой, как опасно. О, я что ты его, это, знаешь, вот когда ты становишься на шип, ты спрашиваешь, это мой бриджин называется. Для бубиков. Да, но зато... Зато все по чики-бомбоне идет. Не, я знаю, что хотел простроиться заново, немножко подлагнуло меня. Ну что, достроился там? Ну, там это... Это твой наш команда рядом с нами пошел на центр и убил. И ну посмотри, что тут происходит. Какая обстановка, Варон, не скажешь? Тут это трое сражаются, один в алмазке, один полуалмазник с железкой. И они друг другом это бегут. И там. О, две команды, двое и четыре это. И наша команда. Это. Вс. Ну это же и что ты. Ты можешь тут не было. Ты меня жестко лагаешь, Варон. Ну что, какая там обстановка, не скажешь? Никто ко мне не идет. Все, я скинул этого челика, все. А вот там это. Я что сейчас делал эти равно ПВП 2 на 2, вот я и вижу их ники. И двое осталось, все. Одна команда, двое осталось. А не-не-не, еще что-то две команды по 2. То есть потому. Нет, один осталось, одна команда. Все. И один. Еще одна. Первая команда одна. И шестая команда двое. Они мне тут, в принципе, ничего делают. Чего так слился это? Вот, почему я так слился робот, а? Скажи. Они не знают, да я в этом. Это походу прокиндолский фокус работал. Прокиндолский. Он там на центре стоят, лутаются. Я вижу. А кстати, сундуки обновились. Черт, вот считаю, чтобы в общем-то открыть сундук, надо стать шифтай. Ты знаешь, ты шеф-министр, да? Что? А там есть карта, я сундук. Ну что, Варван, какая обстановка, что они там делают? Они дом строят на спорте, там, на центре. Что, серьезно? Ой, ну басы. Обновили сундуки. О, обновили сундуков. Как бы вы мне сломать его? Я вообще тогда буду сундук. Вот ты меня сломал. Да, в принципе, хлам лежал. О, если это мультик «Даша путешественница», я карта. Я сундук. Я, кстати, это видел вообще, я, черт возьми, это давно уже забыл вообще. Я закончил смотреть ее в 5 лет где-то. О, один в АФК стоит, а там они дом строят на центре. Чуть не спалился. Не дом строят. Да вообще, ну, басосы просто. О, 4 минуты осталось до конца игры, да? Это обновление сундуков. Во, я это через блок пролетаю, тебя не вижу. Какая обстановка в Варванске? Не дом строит на центре, Вова. Не дом строит на центре. Один в АФК стоит, Вова побежал. Черт. Я, конечно, не спалил, что я выстрелил там стрелу. Ничего не спалил. Вова, они тут дом строят. Да, в принципе, ну басосы. Да блин, что, они тут снимают и строят челлендж это. Вова, поднимай немножко лук выше, чтобы это в него попасть. Оп, попал что? Фух, почти он заподождал. Твою мать, у меня стрелы кончились. Ты в дом, это в их дом попал. Я в челик попал. Вот на них челик идет. Ну, видишь, эта команда будет наверх. Или это челик. Да что он по кругу ходит? Что, как там они сражаются?
Один смотрит на них, а они там дом обустраивают. Двухэтажный у них. Давай быстрее, чтобы они тебя не увидели. Что, не увидели? Нет. Кстати, господи. Не, ну мне как бы сказать, что наши уйти строить, это вообще безопасно, зато тебя не увидят. Вова, это мой бриджинг называется, ведь все. Ну да, конечно, я не такой спец, как ты, а ты не спец, ты такой механизм охварван. Я буду ломать сундуки, потому что с шифта я не хочу вставать. Он думает на твою базу пойти. Опа, на 15 стрел, да еще алмазный нагрудник, вот это понимаю по кайфу. Ну, он тебя увидел. И где? Ну, видишь, строится к тебе, он может напасть на тебя, давай. Все, минус, все, ты как фикс остался. Во, они тут дом строят. Отвлеклись. Во, они тут дверь поставили, блин, круто. Дом на спавне, вот, блин, Дим, вот. Во, я всех перебуду, блин, во. Тихо. У меня 6 яблок, в принципе, я не знаю, пойти на них или нет, но я боюсь, потому что я тут еще слабый. Блин, я тоже зафейлил. Ну, а будет второй раунд? Ну да, у нас будет где-то еще второй. Ой, я во втором раунде затащу. Блин, я просто хотел попробовать я это дойти до спавна назад. Вообще, челик вообще бежал, вообще и не увидел меня сквозь стекло, нифига себе, вообще как повезло. О, потому что тут это... Что такое ворон? Тебе люди видны, но вот тут тебе голова не видно. Кстати, господи. Мне тут сундук поставили, верстак. Я удивлюсь, здесь еще разочарование. Мне что, спалил кто-то? И еще странные какие-то дом на спавне строят. Ты такое видел, а? Да это вообще только нубское испытание. Блин, круто это. А сколько видео прошло? Прошло только 15 минут. Ёлка. Они что, меня увидели? Они тебя. Они на тебя и такого. Это, в принципе, мне пофиг. Просто мысли в этом, в ягодку. Тут сломай стекло и не туда залезь и застройся. Чего они побежали обратно? Что, испугались? Да, он тебя не видит. Да это мне, в принципе, не нужно. Они тебя ноги видят. Мои ноги? И кто сел, да, за это? Кто-то сел на шифт. А? На шифт. Они видны. Ты не мог это внизу, первым стеклом сломать, и сюда поставить эту блоки, чтобы там видны были. Надо делать какой-то план, потому что я не хочу на них идти, они тоже. О, тут один алмазник. Ну, черт возьми, ну, у меня, в принципе, зачарованная железка, в принципе, у меня есть шанс его выиграть. Да, в принципе, у меня еще 5 яблок. Чуть не спалился. О, мне нога дрожит. А ты страха, что я выиграю? Да. Мне еще сердце стучит, блин. У меня, в принципе, есть еще яйца. Так, незаметно, идем. Блин, если они вот, ты вот тут где-то был, с этой стороны, то ты мог тут прятаться. Ах ты, чуть не упал. Хорошо, что я иду на шифте. Давай быстрее. Они это, спиной стоят. Блин, круто, когда ты общаешься по Дискорду и плюс еще это. И место завязай. Выше этим. Первичком. По имени Бог. Чу. Вова, скорее всего, первым Бог будет. Вова. Что, Вова? Они тебя заметили. Стреляют. Из лука. Закройте, чтобы это... Того выше, это... Понимаете, немножко... Стоп, их поп... Оп. Немножко успех. Все, ты видишь.
почти просто с этим врагом. Застроил тут один блок, Вова. Так у меня еще 13 стрел есть, ах да. Снежки, яйца, ой-ой-ой, как вам повезло, дружки-пирожки. Мне, в принципе, пофиг, у меня за черное за железкой, да еще и 5 яблок, в принципе, мне пофиг. Ах ты. И это, хочу мне железки алмазные. Идут себе сейчас площадку, ой, нифига себе. Ты бы видел, как мне чуть не попали. Один на крыше дома стоит, а он один бежит к тебе. Давай быстрее стреляй, чтобы не упасть. Давай, чтобы его скинуть. Да блин, это не это, пошли немного мосту. Да блин, ты это, почти рядом был, мог скинуть. Что ты мне говоришь? Что ты мне говоришь? Пошел ты. Пошел ты. Ты его убил. Он еще яблоко съел. Твою мать. Варвар, я же тебя предупреждал, что ты слабак. Нафига ты скинул? Нафига? Какого черта? Скажи, твою мать вообще. Варвар, давай, я не могу. А какого фига ты вообще упал? Ты что, не мог меня ждать или что? Алло ты. Ой, глянь, я еще не могу заходить, потому что именно ты должен зайти, чтобы я зашел. Это вообще, что такое, алло? О, потому что я создал акцию. Варвар, цени, я забаговался. О, я тоже. Это моя тактика. О, все, я разбагался. А нет еще. Варвар, что это у меня? Фух, кстати, господи. Варон, теперь, если ты упадешь, то все. Это сделаем еще раунд. Я просто упаду без, ну и все, ты меня понял? Огнестойкость. Так. О, лук. Яблочки, это. Так, легкость. Кого у меня меча нету никакого? Никакого. Все, зачарованную броню надеваю. О, все, у меня железный меч. Так, что у тебя есть из предметов, Варван? Много золотое яблоко. Варван, постой. Ты уже пропустил в сундуке. Боже, нет? Где это идет? Так. Что я из-за чего? У тебя сколько стрел, Варван? 4. Я постараюсь ей. Вот, держи, у меня один стрел еще есть. Так что давай в поддержку. Можешь начать простраиваться. Постой, Варван, постой. Давай я буду строиться. Давай. Варван, давай будем нападать не снизу, а сверху. Варван, ко мне, давай иди. Сверху будем, будем обстрелять всех, окей? Отойди. Так, да. Так, знаешь, что, кто так еще строится? Так, плей там. Варвар, ты офигела мне. Варвар, иди на шифте, чтобы тебя не спалили. Давай быстрее ты. Стой, могу заметить. Тихо. Встряйся сюда. Еще вот. Поддержку. Блин, у меня клуб слетел. Пожалуйста, вы в защите. Мне бы еще шлем. Варвар, слушай, а у тебя на что
Зачарована броня. 31. Куда еще? 32. И? Огни упал. И защита 1. А у меня, в общем-то, легкость 1, защита от снарядов 2 и огнестойкость 2. Чш, Варван, вернись, а то нас спалят, твою мать. Ну что, начали строиться? Ну да, видишь, там вообще на центре. А это, кстати, те типы, может, они опять будут строить дом на центре? Слышь, шифта не вставай, это главное правило, если хочешь, чтобы тебя не спалили, Варван. Кто заметил? Варван, какого фига у меня твоя стрела появилась? Варван, у меня стрела, видишь, что он тут? Да. Какого фига она у меня? Да, у меня вообще, у меня из оружия только инструмент, это еще же... У тебя блоков нету? Смотри. Вот я могу 37 мощных досок отдать, потому что они мне не нужны, я буду камень использовать. Я камень. Так, Варван где там? Блин, у меня всего есть только 6 снежком еще. Оп. У тебя скинь. О, ты где, найди. Я это что надо застроить. Ух, нифига себе. Ты видел этот кадр, Варван? Ага. Фаза... Твою мать! Ты скинь тупо! Да, я забыл вообще на шип встать. Варван, давай. Варван, прыгай вниз, без вариантов, давай заново начнем. Ты я мог это убить его. Да ты не побьешь в него, он все равно смотрит не на тебя там, где снежки пуляют. Варван, сейчас все будут против тебя, так что без вариантов. Кто умирает? Да давай, без вариантов. Да и все равно, что я проиграл. Давай, Варван. Да, давай, Варван. Ну, это последняя карта. Смотри, там что-то челик из игры в кальмара, Варван. Вон там, в общем-то. Блин, мне это... Я чем пустые, чтобы не лагал, и ФПС попадал. Да ты будешь лутать вот ту сторону, а эту, м? Еще, чтобы оттуда вообще есть мечи на старту 5 уровня? Командой. О! Ой-ой-ой, какой везет. Блин, у меня лука нет. У тебя нет лука? Да нет, у меня лука нет, только яиц. Я возьму с ней. В принципе, я возьму все доски. Варван, ты где там? Я тут иду. Ой, быстрее. Блин, у тебя нет, как называется? Что? Блин, у тебя нет этого, как называется, нагрудник. Нагрудник, а что? Ну, у меня нагрудник, они. Ну, окей. Варан. О! Возьми мой железный. Готов. Я все готов. Значит, тут не нужно, вот считаем. Алмазка есть, яблоки есть, доски есть, топор есть, меч есть. Все готово. Варан, давай вверх, по нашей основной тактике, давай. Да, лука у нас, правда, нет. У тебя нет лука, вот. Да нет, у меня нет ничего, кроме 6 яиц. Слышь, Варан, дай мне подняться.
меня 4 стрелы есть. У меня одна стрела есть. Вот, держи. У меня вообще только 6 яиц есть, и все, больше ничего нету. У меня 2 и 10 этих. У тебя 2 золотых яблока или одно? Одно было. А у меня еще пару есть. Ворон, возьми топор на старту один, на всякий случай. Ой, постой, верни мне его, и верни, ворон. И случайно выкинул. На. Слышь, нафига мне кирку, топор на старту один, вернул быстро. Дай мне кирку. Вот, вот, держите свою кирку обратно. Что, залагала? Нет, просто... Ворон, к нам строится! К нам строится, ворон! Пошел ты! Нет. Ворон, какого фига ты с Киева спрыгнул раньше времени? Назад, твою мать, ворон! Чекайте, вернусь, не заметил. О, упал. Ворон, давай быстрее ты. Йо-йо. Где ты там? Ули. Нас, кстати, больше всего в команде, ворон, но у нас есть преимущество. Нас двое, а в остальных командах по одному. Ворон, берегись. Я считаю, ты посмотри на команду, мы в пятой команде, нас двое, а в остальных по одному, у нас и преимущество есть. Все, трое осталось. Ну, а еще пару противников и все. Блин, у тебя нет стрелы или это, лука или яиц? Да не, в общем-то, яйца я все потратил, чтобы скинуть одного игрока. Оп. Сейчас потроллю его. Оп. Ворон, смотри, как я троллю игрока, вообще-то. Ты потом на записи посмотришь, как это весело. Ой, сейчас обновляться сундуки, сейчас, погоди-ка. Команда его скинула одного. О, я на это все смотрю, мне захотелось в реальной жизни это все скушать. А что? Ну, я пошел к сундукам. Это, телефон. Блин, как мне это, вот. Опа-на, лук и стрелы. Кто его там наяривает мне? Еще стрелы. Вот 4 стрелы. Давайте закончились. Давай сюда прыгай, ко мне. Не, вы, ворон, ко мне. Блин, мне вот заметь, у меня и так мало блоков. Но у меня 24 стрелы есть. 5-9. Я вон на тобой блок поставил, прыгай, давай, сюда. Опа. Ах ты твою мать, я пару стрел так просто потратил. Ну на базе, быстрее давай. Я почти блоки закончил. Блоков нет. Блоков нет? На, возьми его, у меня останется еще 8 блоков. Еще. Погоди-ка, ворон, не отвлекай его, что-то. У меня тут важная миссия. По поимке Джокера. Ой, ты скидывай. Ты все на него. Опа. Попался? Блин. Что? Он упал. Да я его скинул. Не отвлекай, ворон. Работает профессионально. Работает прокиндолски. Ворон, отошел, отошел. Отошел. Работают ее бракидотские штуки. Ты что, он что, бездну упал?
Что? Вес упал. Нет, он, наверное, на 6 стал. Еще раз. Узнай там, катайся возле этого. Еще раз. Поехал. Да, в принципе, у меня еще куча стрел. Я вижу его тень, ему... Варван, отойди ты, я из-за тебя плохо вижу. Это тебе не поможет. Еще раз скинул. Что-то невысокая высота. Ладно, как думаешь, я его скину, у меня будет шансов его убить или нет? Отойди ты, Варвин, я из-за тебя, который ты мне мешаешься, я из-за тебя я иногда плохо вижу. Кто мне там еще наяривает, хватит вообще, перестаньте. У один мой черик остался, и вот. У меня еще 20 стрел. Варвин, давай, занимайся тем, а я этим займусь. Полетел. Блин, он должен это строиться и попасть в него. Фух! Смотри, господи, что тут была платформа. Смотри, господи, просто. Блин, где выжил, Вова? А, скажи это мне еще. Опа, я его скинул. Он должен это упасть в этот. Еще раз. Варон, ну у тебя как там дела? Да блин, один там этот, ты один спрятался. Яблочки есть. А блок вообще. Все, у меня закончились блоки, у меня все. Можешь прыгать? Да не прыгай. Ну вот хотя, это, ну я хотя бы не знаю, я достану до него или нет. Не достал. Ну-ка, лучше. Опять не достал, да, твою мать. Да Варвин, ты, боже мой. Опа, скинул. Опа, на сундуке обновились. Тихо, нас стреляют. Мне нужно это тоже лук. Да лука нету. Да кто там? Варвин, у меня в онлайн вылетел. О! Что? Что такое Варвин? Ну что ж, ребята, вообще-то вот так вот мы поиграли, что-то да. Интересная, конечно, ситуация, вообще меня просто взяла и выбила сервака. Да и в принципе вообще. Что? Нас нет, просто еды. Да, у нас сегодня пошло вверх ногами, да, Варвин? Варвин. Варвин. Да и ладно, ну что ж, вот так вот, что все было, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, а на Варвина подпишитесь. Ну, в принципе, да, давайте, всем пока, до встречи на следующем видео, давайте, 5 лайков и еще, что серебра Skywars, окей, давайте, всем пока. Yeah.
Then we fell into the shiny sea. The weight that drags your heart down. Well, that's what took me where I need to be, which is here, out on Zuma, watching.